Хочу, опять же хочу, у меня все в хотелках. Хочу, хочу, хочу. О работе кишечника. О работе кишечника, как о важной слагаемой, как долго вы проживете. Люди сейчас торопятся куда-то, люди решают какие-то проблемы, им нету времени посидеть на унитазе, им нету времени, чтобы произошла качественная дефекация. Окей, каждый имеет на это право. Я же имею право высказать свою точку зрения на этот счет. Смотрите, если вы сходили один раз в 3 дня, у вас очень плохие дела. Если вы сходили в туалет один раз за 2 дня, это тоже не радостно. Каждый день у человека человек должен опорожнить кишечник, потому что те процессы, которые происходят, гниющие процессы, которые происходят в кишечнике, они целиком и полностью продуцируют рождение все новых и новых и новых микроорганизмов. Они там просто в любом случае запор – это предвестник рака. Есть запор, значит, через 10-15 лет у вас будет онкология. Это гарантированно. Это ведущие американские журналы об этом говорят. И с этим ничего не поделаешь. Поэтому делайте все для того, чтобы работал кишечник. Если он работает, значит все, можно решать любые вопросы. А вот если он не работает, разговоры о чем-либо, о любых лекарствах, о любых, не знаю, о чем угодно, это как на идиш пысты халоймас, пустые сны. Поэтому, друзья мои, работайте над тем, чтобы вы каждый день ходили в туалет. Это самое важное. Спасибо.